Всем доброе утро. Приехала на Таганку по делам. И вот здесь, как всегда. Как всегда, такая пробка. Почему-то странно. О, и с этой стороны тоже. С этой стороны. Приехала, мне надо купить профессиональную краску для волос. Ну, я всегда здесь покупаю. Здесь магазин очень хороший. И выбор тоже самое. Вот. И дочь позвонила, что встретится, потому что такой денек сегодня. В общем, лето продолжается. Ну, не совсем лето, но деньки стоят очень хорошие, теплые. Вот. Я в прошлом видео где-то, по-моему, говорила, что вот пассаж Таганский, вот куда я сейчас иду, где я купальники покупала. Кушала потом. Ну, в общем, там есть очень хороший профессиональный магазин. Там краски для волос, все-все-все такое. Ну, уход за волосами, фены, там, расчески. Ну, если она разрешит, я могу снять, показать. И если кому надо, там очень большой выбор вот этой краски профессиональной. Бренды разные. Но я пользуюсь. Есть такая хорошая краска Redken. Просто вообще безумно. Я уже все перепробовала. У меня до этого была Majerelle. А сейчас я перешла на Redken. И уже пользуюсь ей довольно давно. Так, у нас зеленый. Ну все. Я вообще не понимаю, с чем это связано. Что такая пробка. Четверг. Идем в магазин. Пошла в магазин. Сейчас одела маску, потому что здесь в масках. Только в масках надо. Обязательно заставляют. Здесь платья такие офисные продают. Никогда туда не заходила. Но как бы мне не надо. Вот, вот написано, сразу заходишь, формула волос. Вот, мне кажется, уже сразу видно, даже если приблизить, что там только нет. Но главное, ой, неудобно в маске разговаривать, главное там есть. Вот, кстати, фен для волос. Я знаю, что утюжок. Утюжок должен быть с турмалиновым покрытием. Турмалиновое или термалиновое, не помню. Знаю, что он вот с таким покрытием, и он тогда безопасный. Так, сейчас пойдем. Здравствуйте, а есть моя краска, да? А вот Redken. 9.0 и 9.32. Ага, ну хорошо. Так, щетка с волосиками. Круглая. Круглая. А нет такой щетки, да? Вот наподобие как вот это, только волосики вот такие совсем маленькие. Ну, короткие. Мне кажется, я у вас раньше брала. Нет? Может быть, вот так сейчас. Короче, да? Да, короче должны быть. И она вот между вот этими еще какие-то еще вот как натуральные. Не сейчас... вот такого? Нет. Это у вас натуральное все это здесь? Да, я понимаю. Ну, не такая. А больше нет никаких, нет, да? Нет, больше никаких не бывает. А утюжки для волос с турмалиновым покрытием или турмалиновым? Да, да. Вот есть, да? Да, есть турмалиновый с кератином. То есть такой хороший состав идет. Есть вот турмалиновые, все нам титановые, все полностью. А какая хотя бы средняя цена? Ну, 7-8, да? Ну, 6, 605, 150, 7-200. А 600. Это хорошая фирма, да. Защита? Так, вот такая термозащита. Вот. Вот с красненьким. Очень хорошая. Для волос я использую. Сыворотка для кончиков. А это что за сыворотка? Вот это? Кератин, основа кератина, а масло американское.
можно и на сухие, на влажные. Лосьон против выпадения. Да, я тоже все использовала. Масло минеральное. Понятно. В общем, рассказываю по поводу утюжка. Сказала, что да, у них есть 17 тысяч он стоит. Вот тот уже действительно подходит, и тормозащиту даже не надо. А тот, который стоит 6500, все равно надо наносить тормозащиту на волосы. То есть он будет не так жечь, но все равно только с тормозащитой. Вот. Что еще? Что еще? Так что вот так. Краску я свою купила. Очень даже рекомендую, у кого тонкие волосы. Очень хорошо подходит. Не жгет волосы. Так что. Так, ну. Вот такая здесь одежда. Ну, это все такие платья офисного плана, поэтому я такие не одеваю. Хотя вот в это можно зайти посмотреть. Вход строго в перчатках и в масках. Ну, я не знаю, нет. Такое все, на. Если вот такое одеть какое-то из тех, что висит, я не знаю, кто это носит, но такое все оденешь, и уже будешь точно выглядеть как бабушка или как взрослая тетенька. Я не знаю. Настолько привыкли к этому спортивному стилю, что, конечно, очень сложно выходить. Сейчас еще хочу зайти в один магазин, пока жду Алину с Есенией. Еще рано. Ну вот я приехала, думала, что буду долго здесь в магазине. Солнце так светит. Быстренько купила, краска моя есть. Обычно ее, ну, всегда звонишь, спрашиваешь, есть эта краска. Нет, сейчас, пожалуйста, пришел. Не знаю, с чем это связано. Пойду еще в один магазин схожу. Давно там не была, хочу посмотреть, что там есть. В Москве, когда солнечная погода, вот так люди могут тоже спать. Вообще, вот так, когда на лавочках спят, в Москве уже давно такого нет. Вот такое я встречала в Израиле. Но там все время тепло, там люди даже вот так ночью могут спать. А здесь вот церковная лавка, и вот тут есть, пекут тоже от храма, от Матроны. Выпечка, очень вкусные пирожки. Ну, я сейчас не голодная, но вот пирожки здесь всегда зачетные. С вишней особенно. Ну, может, буду идти на обратном пути. Что-то захочу. Но пока не хочу есть, поэтому вот так. Ну и также вот в эту сторону, когда идешь, либо обратно. Ну, тут все стоят, потому что знают, что все идут к храму Матроны. Все стоят бабушки со стаканчиками. А раньше было цыганей столько. Просто не давали проходу. Давали пройти. Прямо вот буквально бежали за тобой. Кстати, сейчас в метро. Ну, там, где я садилась на метро, увидела каких-то тоже вот с такими вывесками. Что-то там они агитировали. Какая-то политика. Я даже не стала останавливаться. Там что-то было про США написано. Ну, не буду про это. Но очень хотелось остановиться и снять, а потом, естественно, что передумала. Мне это не надо. Политика – это не мое. Хотя, вот
то, что политика, а критика. Я очень люблю критику кого-то. Как ни странно, но вот так у меня всегда происходит. Очень люблю критику. Критиком надо было стать. Журналистским критиком, наверное. У меня бы это лучше получилось. В общем, вот иду. Два раза вернулась вот на этом месте. А тут теперь... Ну, я хочу сказать, что в Москве очень часто... Полгода может быть один магазин, потом другой. А вот на этом месте, ну, здесь раньше было белье женское, платье. Сейчас здесь пальто. Так, маску надо одеть. Сейчас одену. Вообще еще бывает по сезону. Может быть, сейчас более актуально пальто. И... Интересно, какие есть пальто. Хотелось бы посмотреть. Сколько? Какое это? Что-то. А, вот это. Здесь из кашемира они. Цвет. 44. Здравствуйте. В общем, я хочу сказать, здесь они кашемировые, качество может быть и хорошее, но не знаю, это все не мое. Я вообще думала, здесь раньше были платья, теперь здесь пальто. Но я хочу сказать, если бы я здесь себе пальто начала искать, я бы, наверное, ничего не выбрала. Вот кашемировые они здесь все в районе 42-44 тысячи. Такие коротенькие. Они какие-то все ни о чем. Я бы, наверное, вряд ли себе что-то выбрала. Вот такие сколько, не знаю. Нет. Вот нужно какой-то платочек или шарфик. Кругом пальто. Цвет вот какой. Вот этот цвет очень симпатичный. Миленько. Ну, они такие все, их надо мерить. Сколько такое? Нет цены, но я смотрела, они все в размере 44 где-то тысячи. Да, очень жаль, что я как пошла. Ну, пальто тоже надо посмотреть. Хотя я не рассматривала. Не рассматриваю, допустим, для себя пальто. У меня очень хороший пуховик. Я уже показывала, кто смотрит мои видео. Ездила даже, делала обзор. Я очень стильные куртки, пуховики. Ну, в общем, пальто, ну, может быть, оно должно быть, наверное, одно хотя бы в гардеробе. Но я считаю, если это будет пальто, оно должно быть дорогим. Вот как вот здесь, да, они... Вот сейчас там девушка мерила из кашемира. Да, она худенькая, стройненькая. Но суть не в этом. Очень красиво ей. А так одеть просто какое-то пальто, чтобы оно мешком было. Почему-то у них у всех практически одна модель. Нет таких вот, как раньше. Раньше
Да, у меня есть, ну, как бы тоже пальто. Но я покупала его в Fashion House. И оно тоже стоит, но в районе 40 тысяч. Вот это действительно пальто. И что мне нравится, оно у меня до колен. Оно смотрится красиво и стильно. Не вот такие, как сейчас вот шьют. Шьют или отшивают, как-то меня переправили. Не знаю. Как, скажите, кто знает, как правильно сказать, шьют пальто или отшивают? Мне кажется, и так говорят. Так что, ну, я тоже люблю кого-то переправить. Но не суть важно. Все, иду на встречу с Алиной. Как у них тут красивенько над Москвой рекой. Вон они идут. Сейчас я их сделаю ближе. Как у них тут красивенько. Идет гулять. Звонит по телефону. Ой, я уже куртку одеваю. Я уже одеваюсь. Привет! Привет! Как дела? Хорошо! Кого снимать? Вот эту травку сухую. Ну, а зачем ее снимать? Я лучше тебя буду, хорошо? Что, на горку пойдем? На горку пойдем? Да. Ну, пошли. Какая у тебя есть? У меня какая горка есть? Да. Так ты меня ведешь на свою горку. Причем тут я? Угу. Ты же на свою меня ведешь? Ведет. Какое здание красивое. Библиотека иностранной литературы. Сколько были здесь? Или мы здесь редко были, да? Вот если приезжаешь только на этом, на трамвае. Никогда не видела ее здесь, эту библиотеку. Красивая. Ну, давай, покатай ее. Держится же вроде бы. Она шла, руки перестала. Есень, ты не можешь себе найти какую, ну, где тебе играться? Вот. Да? Вот. О, слушай, вот можно играться. В песочке. Хочешь? Да, смотри. Тут солнышко. Посмотри, вот. А что тут? Игрушки чьи-то, да? Потом только надо хорошо руки мыть. Ты знаешь же, да? Да, знаю. Да, знаю. Наверное, это там. Что это там? Что это? Не знаю. На что, не нажимается? Ну, тут, наверное, все это и выбросили, потому что это все сломано. Да? Вымазалась сама. Ну да, это какая-то уже тоже сломанная запчасть от игрушки, да?
автобус едешь? Куда едешь? После прогулки аппетит прорезался, кушать хочется. А какой ты хочешь багет? Вот, вот багет с чесноком, да? Вот этот? Да, хорошо, мама сейчас тебе положит. Я буду его на лавке есть. На лавке? На лавке. Да. Хорошо. Хотя нам, ну, а у тебя есть подесить руки? Кто? А, руки помыть? Нету, я, наверное, забыла. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ребенок 21 века. Помоем. Водой помоем? Да, ты не боюсь. Ну, у меня там чуть-чуть есть водичка. Хорошо, ладно, давай. Удачи и позитивно. Всем пока.